Меня зовут Кирилл. Фамилия? Голубев. Откуда вы? Из Минска. Фанат «Динамо»? Да. Слушайте, что ждать от сезона, Кирилл? Ну что, в тройку выйдут опять, по-любому войдут, должны войти. Мы команда новая, но третье место должны занимать минимум. Да. Почему? Ну почему, потому что я верю в команду. Как вас приняли эти все пертурбации, все изменения, которые произошли? Ну так. Молодая команда, я думаю, что они еще сыграются в сезоне. Будет победа по-любому. Да. Как-то, я не знаю, мониторю информацию, смотрели, кто такой Пилипчук, но новички команды интересовались этим всем? Да, интересовался. Пилипчук, он ни разу не был главным, он захотел стать главным. И свои идеи вот эти вот в жизнь, в футбол. Почему нет? Пускай, давайте попробуем, пускай попробует. Кирилл, вы сегодня пришли в интересном виде, да, на футбол. Да, да. Почему хоккей? Нью-Джерси, я болею за эту команду. У меня Шафик Бохума и Гетри Баварий, и майка Нью-Джерси Дэвилс хоккей. Почему нет? Я решил это... Вы бы к мне не подошли, правда? Это, если бы я в майке это не был. В чем в следующий раз придете? В другой майке. Так, тоже не идешь? Арсенал, Лондон. Тоже болеете за него? Нет. Просто. Я был на матче в Борисове, в майке Арсенала. Все сидели за замком, болельщики, а я ходил, со мной все селфились. Супер. Нам не холодно сегодня? Хорошо, все прекрасно. Весна. Ясно. Кто победит в чемпионате? Последний вопрос. Брест. Как же Минская «Динамо»? Второе место. Баты третье. Все, спасибо вам, всего хорошего.